Коллеги, доброе утро. Давайте начнем. 11 часов. Меня зовут Катерина Черневская, и я рада приветствовать вас на моем бесплатном вебкасте «Основы работы в Power BI». План нашей сегодняшней встречи представлен на экране. Сегодня мы начнем с азов. Разберем, что такое Power BI, какие задачи включают в себя внедрение решения Power BI в компании. Познакомимся с приложением Power BI Desktop. Создадим в нем первый график, посмотрим на примеры работы с уже готовым отчетом, поговорим немного о языке DAX и о мобильной версии Power BI. Итак, что же такое Power BI? Корпорация Microsoft позиционирует Power BI как инструмент бизнес-аналитики, который позволяет визуализировать данные и делиться полезными сведениями с коллегами или встраивать данные в приложение и на веб-сайт. Здесь стоит пару слов сказать о термине «бизнес-аналитика». Search Business Analytics определяет этот термин как технологически ориентированный процесс для анализа данных и предоставления полезной информации конечным пользователям для принятия обоснованных решений. Power BI включает в себя все инструменты, удовлетворяющие этому определению. Во-первых, он позволяет подключаться к различным источникам данных. Список источников данных велик, там порядка 100 наименований, от простых файлов, например, Excel, XML, до различных баз данных и веб-служб. Power BI включает инструменты для обработки подключаемых данных, их очистки и приведения в удобный вид для последующего их анализа и визуализации. Данные, подключаемые в Power BI, вне зависимости от того, из одного источника они подключены или из разных, могут быть связаны между собой в единую модель, что, несомненно, облегчает их анализ. Например, если у вас есть справочник позиций товаров в файле Excel, также есть планы продаж по сотрудникам, хранящиеся на портале SharePoint. Результаты работы сотрудников, к примеру, хранятся в какой-либо базе данных, а список работников есть в Active Directory. Вы без труда можете подключить все эти источники данных в единую модель и анализировать показатели сотрудника воедино, без необходимости вручную переносить данные в какое-либо единое хранилище. Огромное количество различных визуализаций позволяет показать данные в наглядном и удобном для восприятия и принятия решения виде. В Power BI Desktop встроено порядка 30 визуализаций, и в разы больше есть в магазине, откуда вы можете импортировать различные визуализации. И, конечно же, не стоит забывать о богатых возможностях языка DAX, с помощью которого можно строить различные формулы, анализируя данные как по одной таблице, так и по нескольким таблицам. Процесс внедрения решения Power BI в компании включает следующие основные задачи. Во-первых, обучение пользователей. С этого всегда нужно начинать. Частично данную задачу мы решаем в рамках серии наших бесплатных вебкастов. Обучать пользователей необходимо в соответствии с их ролью. То есть аналитиков учим, как строить отчеты, как обрабатывать и преобразовывать данные. Пользователей учим, как работать с готовыми отчетами, дашбордами, какие возможности есть для работы вне офиса, например, в командировках и прочее. Вторая задача – это разработка ключевых показателей эффективности и дашбордов. Отчеты должны нести в себе смысловую составляющую и в том числе отвечать на вопросы, насколько затраченные усилия совпадают с полученным результатом. Если цели не прописаны, то непонятно, принесли ли плоды затраченные усилия и как трактовать те или иные результаты деятельности. Соответственно, в этом случае в отчетах не будет полезной информации. А как мы помним, бизнес-аналитика базируется на предоставлении полезной информации потребителям отчетов. Далее. Необходимо понять, какие данные и откуда поступают. Все ли данные для построения отчетов у нас имеются? Как они могут и будут взаимодействовать? Когда пользователи обучены, отчеты продуманы и по источникам данных есть понимание, необходимо произвести интеграцию с источниками данных, настроить процесс загрузки и их обработки.
А в завершении нужно проработать вопрос совместной работы пользователей с отчетами с учетом разделения прав доступа. Будут ли они работать просто в одной рабочей области, либо для кого-то отчеты будут выкладываться на портал, или же нужно создать приложение для распространения среди пользователей и так далее. И последний пункт, он опциональный. Если стандартных типов визуализации недостаточно, если и в магазине Microsoft нет подходящих, вы можете разработать свои собственные визуализации. Какие компоненты включает в себя Power BI? Во-первых, приложение Power BI Desktop. Это приложение бесплатное, оно устанавливается на компьютер и доступно только для операционной системы Windows. Power BI Desktop в основном предназначен для авторов отчетов и решает следующие задачи. Подключение к различным источникам данных. Как вы видите на слайде, Power BI умеет подключать данные из очень большого количества источников, порядка 100. Необходимо правильно подходить к выбору источника данных. Например, частая ошибка при попытке загрузки данных из списка SharePoint, названия столбцов отображаются некорректно в Power BI. А именно, вместо названия отображается префикс OData и еще очень много разных символов. Столбец, название столбца становится нечитаемым. Такое возможно, если при создании списка на SharePoint столбцы именовались сразу на русском языке, к примеру. Избежать некорректного отображения названия столбцов можно, если использовать подключение к списку SharePoint через OData в Power BI Desktop. Далее. Подключенные данные вы можете обрабатывать в редакторе Power Query. Здесь можно очистить данные, например, выявить все ошибочные данные в столбце, заменить или удалить их. Можно создавать новые столбцы. Для создания используется язык Power Query M. Также есть очень удобная функция создания столбцов из примеров. Она очень удобна новичкам, так как позволяет без знания языка M создавать новые столбцы, просто вводя нужные в них данные, а система уже самостоятельно понимает, какую формулу необходимо применить и предлагает ее. Редактор Power Query M удобен для, соответственно, обработки данных, и в целом он достоин отдельного вебкаста. Если будет у вас интерес к данной теме, пишите, и мы запланируем по нему отдельный вебкаст. Для данных, загруженных в Power BI Desktop, вы можете настроить связи, что позволит использовать информацию из разных таблиц в рамках одной визуализации. Устанавливая связи, вы как бы объединяете данные в единую модель. И, конечно, визуализации. В Power BI Desktop богатый выбор встроенных визуализаций, а также есть возможность загрузить дополнительные визуализации из магазина. Есть платные визуализации, есть бесплатные. Далее, Power BI Services. Это онлайн-служба, предоставляющая широкий спектр возможностей для удаленной и совместной работы над отчетами. Среди прочего, можно выделить следующие ее преимущества. В службе Power BI можно разграничить права доступа пользователей как к отчетам, так и к отдельным данным в рамках одного отчета. То есть, например, если у вас есть общий отчет по продажам по всем филиалам, но при этом руководители каждого филиала должны видеть данные только по своему подразделению, только по своему филиалу, а директор компании должен видеть данные по всем филиалам в целом, вам не нужно создавать индивидуальные отчеты для каждого пользователя. Необходимо создать только один отчет и настроить уровни доступа к данным для всех пользователей. Также в Power BI Services можно создавать приложение для удобного распространения информации среди пользователей. В службе Power BI помимо отчетов можно настроить дашборды, на которые вынести ключевые показатели деятельности для быстрого их мониторинга. На дашборды можно выносить информацию как из одного отчета, так и из нескольких. Power BI Services вы можете перейти от ручного обновления данных к автоматическому и также задать расписание автоматического обновления данных. Из службы Power BI вы можете экспортировать отчеты, например, в PowerPoint, в PDF. Также вы можете опубликовать отчет в интернет или внедрить на страницу портала SharePoint Online.
Здесь важно отметить, что при публикации отчета в интернет к нему могут иметь доступ все пользователи, имеющие ссылку на этот отчет. Лицензия PRO для них не нужна будет. Но если вы публикуете конфиденциальные данные и хотите ограничить список пользователей отчета, вам необходимо выбрать публикацию на портал SharePoint Online. И не забудьте, что всем пользователям отчета в данном случае понадобится платная лицензия Power BI Pro. Все отчеты, хранящиеся в Power BI Services, будь то созданные в этой службе или опубликованные в нее из Power BI Desktop, можно просматривать, где бы вы ни находились, то есть не только в браузере ноутбука, но также и на мобильном устройстве в специальном приложении. Power BI Mobile – это специальное приложение для мобильных устройств. Оно доступно для мобильных операционных систем Windows, iOS и Android. Скачивается бесплатно из магазина мобильного телефона или планшета. И оно очень удобно для работы с отчетами и дашбордами в командировках, например. Вы можете пользоваться Power BI Services только сами. Тогда вам будет достаточно бесплатной лицензии Power BI. Если же вы хотите обеспечить совместную работу над отчетами с коллегами, тогда всем, кто работает с отчетами, будет нужна лицензия Power BI Pro. На слайде вы видите различия между платной и бесплатной лицензиями. Еще раз отмечу, что основной критерий выбора лицензии Pro – это совместная работа. И для совместной работы лицензия платная PRO должна быть у всех участников, как у авторов отчетов, так и у пользователей. Как я ранее говорила, приложение Power BI Desktop является полностью бесплатным. Загрузить его можно с сайта Microsoft, ссылка приведена на слайде. При загрузке вы можете выбрать язык приложения, а также выбрать между 32-битной и 64-битной версией. Выбирать рекомендуется такой же, как и разрядность операционной системы. Ежемесячно Microsoft выпускает обновления приложения. О них вы будете видеть всплывающие подсказки и сможете обновляться по мере выхода новых версий. Помимо основных инструментов, в приложении есть ряд функций, находящихся в стадии предварительного просмотра. Это новейшие возможности, которые в скором времени войдут в основной релиз. Для того, чтобы получить к ним доступ и использовать в своей работе, необходимо после установки Power BI Desktop открыть его, перейти в файл, далее нажать «Параметры и настройки» и открыть параметры. В открывшемся окне нужно перейти на вкладку «Предварительные версии возможностей», отметить те функции, которые вы хотите включить, то есть которые хотите использовать, и нажать кнопку «Ок». Для вступления изменений в силу необходимо будет перезапустить Power BI Desktop, и дальше вы сможете пользоваться этими возможностями. Я рекомендую обратить на них внимание, потому что многие из них существенно облегчают работу и обогащают возможности по анализу и визуализации данных. Приложение Power BI Desktop можно пользоваться локально на компьютере, без ввода какой-либо учетной записи. В этом случае вы будете и создавать, и просматривать отчеты только у себя на компьютере, только в приложении Power BI Desktop. То есть не сможете работать с отчетами на мобильных устройствах и в браузере. Если же необходимо публиковать отчеты в Power BI Services, например, чтобы работать вне офиса или же делиться с коллегами, вам необходима лицензия Power BI, бесплатная или платная, в зависимости от стоящих перед вами задач. Лицензия может быть оформлена только на рабочую или учебную учетную запись. После назначения лицензии Power BI вы можете ввести свои учетные данные в приложение Power BI Desktop и начать публиковать из него созданные отчеты в Power BI Services. Для получения бесплатной лицензии необходимо зарегистрировать свою рабочую или учебную учетную запись на сайте Power BI. Ссылка приведена на слайде. Обращаю внимание, что регистрация с личными учетными записями типа Gmail, например, не пройдет. Если у вас нет учебной или рабочей учетной записи, вы можете зарегистрировать бесплатную пробную версию Office 365. После ее регистрации вам будет предоставлен e-mail вида
ваше имя, собачка, yourcompany.onmicrosoft.com, и вот этот e-mail далее вы сможете использовать для регистрации в Power BI. Несколько слов про интерфейс приложения Power BI Desktop. Центральное место занимает холст. По сути, это страница отчета. Страниц в отчете может быть несколько, и здесь, на этом холсте, мы видим, как будет выглядеть наш отчет. Слева находится меню переключения представлений. Можно перейти в представление данных. Здесь мы видим все таблицы нашей модели данных. Можем настраивать столбцы, редактировать их и так далее. Можем перейти в представление связей и настроить взаимодействие таблиц. Можем перейти в представление модель. Здесь помимо связи мы также можем работать с отдельными столбцами, настраивать их, группировать в папки и прочее. Отмечу, что это представление одна из новых функций. Вернемся в представление отчет. Вверху находится меню, где собраны все функции и инструменты для работы. Меню сделано привычно, как во всех приложениях Microsoft, то есть не должно вызывать каких-то затруднений. Справа отображаются панели. По умолчанию отображаются две визуализации и поля, то есть две панели, которые вынесены. Вы можете их настраивать, скрывать, удалять, либо добавлять другие, например, панели закладок. Сегодня мы посмотрим, как это делать, и так далее. Требования к компьютеру для установки приложения Power BI Desktop приведены на слайде. В целом здесь нет ничего запредельного. Современные компьютеры вполне отвечают этим требованиям. Давайте посмотрим, как работать в приложении Power BI Desktop. Разберем простой пример по типу Hello World. Мы создадим достаточно стандартный простой график, который отображает динамику продаж по кварталам. Например, у нас есть таблица с общей суммой продаж. Сумма считается по каждому кварталу в последний день этого квартала, то есть за первый квартал 31 марта, за второй квартал 30 июня и так далее. В Power BI Desktop мы построим график, который отображает эту динамику. Давайте откроем, соответственно, приложение Power BI Desktop. Сейчас файл пустой, в нем пока нет никаких данных. Для упрощения мы введем данные вручную. Обратите внимание, что помимо подключения к данным из различных внешних источников, мы можем также ввести данные и вручную. Для того, чтобы это сделать, мы нажимаем кнопку «Введите данные». Указываем название таблицы нашей продажи. Указываем наименование столбца. Первый столбец будет называться дата. Добавим столбец, назовем его сумма продаж. Теперь нам необходимо заполнить таблицу. Сперва заполняем даты. Первая дата у нас будет 31 марта. Вторая дата 30 июня, дальше 30 сентября и 31 декабря. Теперь заполним суммы продаж. 2 миллиона 600, 3 миллиона 100, 2 миллиона 900 и 3 миллиона 500. 500, нолик еще один. Готово. Теперь для того, чтобы загрузить данные в наш Power BI, мы нажимаем соответствующую кнопку «Загрузить». Происходит формирование таблицы. После того, как она будет сформирована, мы увидим созданные поля вот в этой вкладке, в панели поля. Вот они у нас появились. Мы создали таблицу. Давайте перейдем на вкладку «Данные» и посмотрим, правильно ли у нас отображается таблица. В целом все верно. Правильно отобразились даты, правильно отобразились, соответственно, суммы. Обратите внимание, что Power BI Desktop автоматически распознал тип введенных данных. То есть для дат это даты, видим здесь календарик, и, соответственно, для суммы продаж это число. Тип данных мы можем посмотреть, нажав на соответствующий столбец и перейдя на вкладку «Моделирование».
Здесь мы видим тип данных data. Здесь мы видим тип данных целое число. Также при необходимости мы можем изменить формат отображения даты, если нам необходимо. Ну, в данном случае мы делать не будем. Вернемся в наш отчет. Теперь мы можем создать график на основе введенных данных. Нам необходимо выбрать визуализацию. Из всех встроенных визуализаций в данном случае мы будем использовать тип график. Нажимаем. Давайте его увеличим и отцентрируем. Теперь для построения графика нам нужно указать данные для оси и для значений. Данные для значения мы берем из столбца суммы продаж. Просто перетаскиваем нужный нам столбец в нужное нам поле. Данные для оси мы берем из столбца дата. Также просто перетаскиваем в поле. Обратите внимание, что Power BI Desktop автоматически создал иерархию дат, выделив год, квартал, месяц и дату на основании данных, которые мы указали в таблице. При построении графика мы можем либо воспользоваться, либо не воспользоваться этой удобной функцией. Для того, чтобы указать наш выбор, пользуемся или нет, мы раскрываем меню и выбираем либо иерархию дат, либо просто дата. Если мы выбираем просто дата, то будут отображены именно те данные, которые мы вводили в нашу таблицу. Если же мы выберем иерархию дат, то, соответственно, у нас будет группировка. Самая крупная группировка, то есть самый верхний уровень, это группировка по году. Так как в нашем примере год только один, такое отображение для нас не информативно. Удалим год. Теперь, соответственно, следующий уровень группировки – это кварталы. Это уже больше нам подходит, это отображает нашу динамику. Давайте посмотрим на другие группировки. Удалим пока квартал. Месяц. В целом, по месяцу график такой же, и изменений не происходит, потому что, как мы помним, итог считается за квартал на последний день этого квартала. Но подписи по оси X, соответственно, у нас изменились. Теперь у нас не кварталы, а непосредственно месяцы. А вот группировка по дню нам уже не подойдет. То есть здесь 30, 31. Поэтому давайте вернем, например, месяцы. И удалим день. Вот так. Мы построили график. Теперь давайте поработаем над его внешним видом. Параметры изменения форматирования и его внешнего вида собраны на вкладке с иконкой такого валика и с названием «Формат». Давайте на нее перейдем. Для начала давайте изменим отображение подписей осей. Здесь мы можем изменить, например, цвет, изменить размер шрифта. То же самое давайте сделаем для оси Y. Такой же цвет и, например, такой же размер. В дополнение для оси Y мы можем поставить начальное и конечное значение. В качестве начального давайте укажем 2 миллиона. В качестве конечного, например, 4 миллиона. Обратите внимание, если конечное значение у нас меньше начального, система нам подсвечивает окно красным цветом, поле красным цветом, и в целом не даст нам совершить ошибку. Соответственно, 4 миллиона. Также здесь для оси Y мы можем изменить, какие единицы показывать. Сейчас у нас показываются миллионы. Мы можем изменить на тысячи, либо можем вообще отказаться от этого, и тогда у нас будут показаны те данные, которые мы непосредственно вводили в таблицу. Для лучшего отображения данных нам нужно установить разделитель разрядов, чтобы у нас были пробелы между разрядами. Будет лучше отображаться. Как это сделать? Выделяем нужный столбец и на вкладке «Моделирование» нажимаем кнопку «Разделить групп разрядов». Соответственно, так уже выглядит гораздо лучше. Что еще мы можем сделать на вкладке «Форматирование»? Можем изменить цвет нашего графика, можем изменить его толщину, сделать жирнее. Также давайте отредактируем название. Оставим в названии только сумму продаж
изменим цвет шрифта, отцентрируем и сделаем крупнее. Как вы видите, менять внешний вид довольно просто. Отмечу, что набор параметров, которые собраны здесь, для различных типов визуализации может отличаться. Поэтому я рекомендую вам изучить эти параметры для каждого типа визуализации, чтобы знать, какими возможностями они обладают. Итак, мы построили график и поработали над его внешним видом. В дополнение на таком типе визуализации, то есть на типе визуализации график, можно использовать инструмент аналитики. Давайте посмотрим на эти инструменты. Для начала мы можем добавить линии минимума и максимума. Посмотрим, как они работают. Соответственно, линия минимума отображается по самому минимальному значению. Здесь мы можем добавить метку данных и, например, сказать, чтобы она отображалась по правому краю. Точно так же мы можем добавить линию максимума. Давайте тоже отобразим метку по правому краю. Таким образом, мы видим, в каких пределах у нас изменяется динамика. Кроме этого, мы можем добавить линию константы. Например, если у нас есть постоянное значение, с которым мы хотим сравнивать показатели кварталов. Здесь уже нам необходимо ввести это значение константы. Для примера давайте введем 2 миллиона 950 тысяч. Изменим цвет, чтобы он отличался. Ну и, соответственно, поставим также метку вправо. Вот так. График готов. При необходимости вы можете изменять его размер как угодно, перемещать по холсту и делать другие преобразования, которые вам необходимы. Конечно, возможности Power BI Desktop гораздо шире, чем просто создание графиков. То есть мы посмотрели на очень простой пример, это азы, но возможностей гораздо шире. Давайте посмотрим на примере уже готового отчета, что можно делать в Power BI Desktop. В качестве примера мы будем использовать отчет по продажам. Соответственно, компания занимается продажей чая, кофе, сладостей. У нее есть несколько филиалов по регионам России и зарубежья. Продажи идут каждый день, продавцы работают по сменам. Данный отчет состоит из 3 листов. На первом листе общая информация и 2 листа с деталями по продуктам и по филиалам. Пользователи, которые работают с этим отчетом, могут перемещаться как по закладкам, но удобнее и интуитивно понятнее перемещаться по ссылкам, которые вы видите на главной странице. Тем более это удобно для отчетов, в которых достаточно много страниц с различными вариантами фильтрации и так далее. Для создания ссылок перехода в данном отчете использовались закладки. Например, давайте нажмем на ссылку «Продукты». Мы попадаем на соответствующую страницу. Панель закладок открывается в меню «Просмотр» и ставим галочку «Панель закладок». У нас добавилась одна панель. Здесь мы видим все закладки, которые созданы в нашем отчете. Параметры перехода настраиваются в форматировании для кнопки, для которой вы хотите настроить. Соответственно, выделяем ее. И в форматировании, в меню действия, мы можем выбрать, на какую закладку будет осуществлен переход при нажатии на эту кнопку. Говоря о закладках, стоит отметить их особенность. Закладки делают как бы слепок страницы со всеми настроенными на ней фильтрами в момент создания закладки. Это не касается данных. То есть если после создания закладки данные в отчете обновились, закачались новые, все они на закладке отобразятся. Но настроенные фильтры не изменятся. Для демонстрации давайте создадим еще одну закладку по продуктам. Но на этот раз мы перед созданием закладки отфильтруем, например, по продукту кофе. И давайте в дополнение еще отфильтруем по месяцу сентябрь.
Нажимаем кнопку «Добавить». В панели закладках у нас создалась новая закладка. Мы можем ее переименовать. Давайте назовем ее «Кофе сентябрь». Теперь для частоты эксперимента мы сейчас изменим примененные фильтры на этой странице. Например, оставим зеленый чай. Вернемся на главную страницу и изменим поведение нашей кнопки страницы продукта. В действии мы видим, появилась новая закладка, которую мы создали, и мы ее выберем. Как мы помним, когда мы покидали страницу продукты, мы указали фильтрацию по зеленому чаю. Но сейчас, если мы перейдем на страницу продукты, фильтрация у нас будет именно такая, которую мы делали в момент создания закладки. Это то, что касается закладок. Теперь давайте посмотрим на фильтры. В отчетах могут быть настроены различные фильтры. Самые простые – это срезы. Они строятся по одному показателю, и можно разрешить пользователям выбор, например, одного значения или выбор нескольких значений на этом фильтре. Кроме того, фильтрация может осуществляться путем выбора того или иного показателя на одном из графиков. Как мы видели, если мы выбираем тот или иной месяц, у нас осуществляется фильтрация всех остальных графиков. Такое поведение, такое взаимодействие визуализации – очень полезный инструмент. Но бывают ситуации, когда не нужно фильтровать данные на каком-либо графике, и вы можете управлять этим взаимодействием. Например, сейчас при выборе того или иного филиала карта у нас фильтруется, но мы хотим, чтобы карта у нас не фильтровалась, если мы делаем какой-то выбор на вот этой визуализации. Что нам для этого нужно? Выделить визуализацию, которая не должна оказывать влияние, перейти на вкладку «Формат», изменить взаимодействие. И для той визуализации, для которой она не должна оказывать влияние, выбрать вот такой значок, перечеркнутый кружок. Теперь, когда мы фильтруем по нашей визуализации, все графики фильтруются за исключением карты, потому что мы запретили для карты фильтрацию. Кроме этого, вы можете изменить взаимодействие в визуализации. То есть, например, сейчас идет, соответственно, фильтрация. Если вы, точнее, выделение. Если вы хотите сделать фильтрацию, вы также можете изменить взаимодействие. Давайте немножечко здесь уменьшим масштаб. Мы хотим, чтобы наша эта визуализация по-другому влияла на визуализацию продажи. Изменяем. Теперь вы видите, что влияние идет по-другому. Снимем наше выделение. Стоит отметить, что в этом отчете использованы как стандартные визуализации Power BI Desktop. Вы видите, в основном они здесь собраны. Так и визуализации из магазина. Посмотреть доступные для импорта визуализации вы можете, нажав на три точки и нажав «Импорт из магазина». У нас загружается магазин. Вы видите, что здесь достаточно много разнообразных визуализаций. Соответственно, выбрав понравившуюся, вы можете нажать кнопку «Добавить», и она будет добавлена на панель визуализаций. Важный момент, который стоит отметить относительно этих визуализаций, это их сертификация. Вы видите, что некоторые визуализации отмечены такой галочкой на синем фоне, некоторые нет. Также сертифицированные визуализации собраны в категории «Сертификат Power BI». В случае, если вы планируете экспортировать созданный отчет в PowerPoint, то вам нужно знать, что визуализации без сертификата не будут отображены на слайдах в PowerPoint. Вместо таких визуализаций вы увидите прямоугольник с маленьким крестиком, и посередине будет надпись, и этот визуальный элемент не поддерживает экспорт. Поэтому, если вы знаете, что планируется экспорт в PowerPoint, соответственно, нужно выбирать кастомные визуализации с сертификатом. Сейчас мы не хотим ничего добавлять, закроем. Давайте посмотрим на таблицы данных.
Этот отчет построен на основании данных из различных источников. Здесь 7 таблиц, соответственно, с различными данными. Обратите внимание, что продукты и филиалы вынесены в отдельные таблицы. По сути, они представляют собой справочники. У филиалов есть код региона. Он записан в формате ISO 31662 и категоризирован соответствующим образом. Категорию для данного поля вы можете посмотреть на вкладке моделирования «Категория данных». То есть в данном случае выбрала на категории «Область», «Республика» или «Край». Если у вас другие данные, например, «Долгота», «Широта», вы можете использовать другую категорию. Правильная категория позволяет правильно отобразить объекты на картах в ваших отчетах. Помимо кода региона, то есть, например, области, вы также можете использовать широту и долготу, и я рекомендую использовать именно пользоваться для объектов именно широтой и долготой, если вы указываете не регион в целом, а указываете какой-либо объект. Я знаю случаи, когда адрес объекта просто не идентифицировался на карте, но при этом при вводе широты и долготы все отображалось корректно. Поэтому для объектов рекомендация использовать конкретную широту и долготу. Взаимосвязи. Так как в нашей модели данных таблиц много, их необходимо между собой связать, для того, чтобы мы могли использовать данные из различных таблиц в рамках одной визуализации. Например, для продуктов у нас есть связь по идентификатору, для филиалов также по идентификатору со всеми таблицами у нас есть связь. На примере давайте покажу, как отображаются данные. У нас есть вот такая визуализация продажи. И здесь использованы данные из филиала, из фактических показателей и из таблицы по продуктам. То есть благодаря установленным связям нам нет необходимости переносить данные в единую таблицу. Мы можем использовать на одной визуализации данные из разных таблиц. И еще один интересный момент, интересный мощный инструмент, на котором стоит остановиться, это язык DAX. С его помощью можно делать вычисления и создавать вычисляемые столбцы, и даже производить вычисления по таблицам в целом, то есть создавать так называемые меры. Сегодня мы посмотрим на примере использования языка DAX в данном отчете. 1 марта запланирован бесплатный вебкаст по языку DAX. Давайте вернемся в нашу презентацию. Для самостоятельного изучения и тренировки работы в Power BI Desktop я рекомендую ознакомиться с примерами отчетов от компании Microsoft. По ссылке, приведенной на экране, вы можете загрузить 8 различных примеров. Примеры доступны для скачивания в различных вариантах. Там есть пакеты содержимого, есть данные в Excel, и также есть файлы в формате PBIX, которые вы сможете открыть непосредственно в приложении Power BI Desktop. Я предлагаю начать изучение с файла управления персоналом. Сейчас я его открою и покажу, как он выглядит. В этом отчете три настроенные страницы, соответственно, на них с использованием различных визуализаций показаны различные аналитические данные. Информация на английском языке, но это не должно стать препятствием, потому что данные, которые участвуют в формировании визуализации, вы можете увидеть, кликнув на визуализацию, и в области поля таблицы, столбцы которых участвуют в визуализации, помечены зеленым. Соответственно, вы можете открыть, развернуть эту таблицу и посмотреть, какое конкретно поле участвует в формировании или поля данной визуализации. На вкладке «Данные» вы можете детально изучить таблицы данных, соответственно, посмотреть, какие поля в них есть и на основании которых строится отчет. Здесь вы можете смотреть, как сами поля, загруженные, например, из источника, а также меры и вычисляемые столбцы, созданы на языке DAX. Распознать вычисляемый столбец достаточно просто. Рядом с ним будет отображена вот такая иконка. Это вычисляемый столбец.
Для того, чтобы посмотреть формулу, с помощью которой он создан, вам необходимо просто кликнуть на этот столбец. В строке «Формул» вы увидите саму непосредственно формулу. В нашем примере этот столбец возвращает текст из второго столбца, начиная с третьего символа, и максимальная длина возвращаемого текста 15 символов. Собственно, это формула DAX. На вкладке «Связи» вы можете изучить, как таблицы взаимодействуют друг с другом. У каждой таблицы есть определенный ключ, по которому она связана с таблицей employee. То есть, нажимая на связь, вы можете видеть, по каким столбцам они связаны. Чтобы задать направление для вашего изучения, я предлагаю вам несколько заданий для самостоятельной работы. Выполняя эти задания, вы сможете потренироваться в создании графиков, во взаимодействии визуализации и так далее. Итак, какие задания для самостоятельной работы? Первое. Загрузите файл управления персоналом. Он называется Human Resource Sample. Файл с расширением PBX для того, чтобы вы могли загрузить его в Power BI Desktop. Изучите таблицы данных, их связи, графики отчета, которые представлены в нем. И постройте две гистограммы. Первая – гистограмма с накоплением по сумме несоответствующих сотрудников в разрезе по полу и принадлежности к этническим группам. Несоответствующие сотрудники в данном отчете помечены цифрой 1 в столбце Bad Hairs в таблице Employees. Несоответствующими сотрудниками в рамках данного примера являются те, кто проработал менее 2 месяцев. Вы увидите, что столбец Bad Hairs содержит формулу DAX, которая вычисляет, соответственно, время работы. Вторая гистограмма для создания – это гистограмма дерева по количеству соответствующих уже сотрудников в разрезе по регионам. Соответствующие сотрудники – это те, кто проработал более 2 месяцев или до сих пор работает, и, значит, в столбце Bad Hairs они имеют значение 0. Также необходимо настроить 2 среза – по годам и по возрасту. Пример того, что должно получиться, вы видите сейчас на экране. Созданные вами гистограммы должны быть интерактивными, то есть взаимодействовать между собой и, разумеется, фильтроваться срезами. Давайте покажу саму интерактивность. Вот эта страница, которая создана, которая пример того, который у вас должен получиться. Например, кликая на те или иные данные одной из гистограмм, осуществляется фильтрация другой гистограммы. И, конечно, здесь все взаимодействует со срезами. Обратите внимание, что задания пока строятся на столбцах, не на мерах. Отличить меры от столбцов вы можете довольно просто. Рядом с мерами есть вот такой значок в виде калькулятора. Про то, что такое меры, как с ними работать, мы детально будем говорить на нашем следующем бесплатном вебкасте, который состоится 1 марта. Так, вернемся в презентацию. Теперь несколько слов про язык DAX. Он представляет собой набор функций, операторов и констант, которые можно использовать в формуле или выражении, чтобы подсчитывать и возвращать одно или несколько значений. Все меры и вычисляемые столбцы в Power BI Desktop пишутся на этом языке. Этот язык очень похож на формулы в Excel. Конечно, имеет свои особенности, существенные отличия, но в целом, если вы работали в Excel с формулами, то начать работать с языком DAX в Power BI Desktop для вас не будет затруднением. Для примера давайте покажу один вычисляемый столбец. Так. Этот столбец создан, соответственно, на языке DAX. Задача состояла в том, чтобы присвоить текстовое обозначение заполненности склада на основании данных о том, на сколько процентов склад заполнен в настоящий момент. У нас есть столбец заполненность склада, в котором проценты, соответственно, заполняются. И с помощью языка DAX мы решили поставленную задачу. Использовали очень простой, знакомый всем оператор if.
Соответственно, если заполненные склады у нас находятся в таком-то диапазоне, то возвращается такое-то текстовое значение. Если в таком диапазоне, то текст возвращается другой и так далее. Соответственно, результат вычисления этой формулы DAX возвращается в каждую строку таблицы. Но не всегда бывает возможным сделать вычисление по строкам. Иногда бывает необходимо сделать вычисление по таблице в целом. Для примера давайте рассмотрим другой вариант. Например, нам нужно посчитать процент выполнения. В целом посчитать процент выполнения достаточно просто. Нам необходимо факт, соответственно, разделить на план. У данной меры есть уже форматирование, это процент, поэтому нам не нужно умножать на 100. Возвращать такое значение в каждую строчку таблицы было бы нелогичным, соответственно, мы бы не смогли это сделать, мы бы не смогли посчитать корректно процент выполнения. Поэтому в данном случае использовался не вычисляемый столбец, а использовалась мера. И, соответственно, мы получили нужный нам результат. Данную меру мы можем использовать на всех страницах, то есть здесь общая информация. Если мы будем использовать на странице продуктов ту же самую меру, то она у нас будет реагировать на фильтры. То есть мы будем видеть процент выполнения плана по каждому продукту. То же самое может быть для, соответственно, филиалов. Давайте покажу чуть посложнее пример. При написании меры мы можем не только оперировать просто данными таблицы, но также включать в меру определенные фильтры для обрабатываемых данных. В следующей задаче нам необходимо будет посчитать процент ошибочных транзакций. Давайте перейдем в данные. И посмотрим на факт. Таблица фактических показателей по каждой транзакции есть ее статус. Она проведена с ошибкой или она проведена успешно. И также у нас есть интервал транзакций, то есть в какую смену эти транзакции произошли. В каждую смену проходит несколько десятков транзакций, то есть довольно много. В данном примере вычисляемый столбец нам также не подходит, потому что нам нужно производить вычисления по таблице в целом, поэтому мы будем использовать меру. Нам необходимо отфильтровать ошибочные транзакции, то есть с показателем вид транзакции равно ошибка, посчитать их количество и разделить на общее количество транзакций. С помощью языка DAX мы можем такую меру посчитать. Соответственно, вот она. Мы берем количество транзакций, отфильтрованных, в которых вид транзакции равно ошибка, и, соответственно, делим на общее количество транзакций. Мера готова, и теперь мы можем ее использовать. В нашем примере она использована здесь. Обратите внимание, что на визуализации мы также добавили деление по продуктам, и мера в целом отлично реагирует. Мы знаем, в какую смену, по какому продукту, какой процент ошибочных транзакций, соответственно, был. Функционал и спектр применения языка DAX очень широк. Мы посмотрели сейчас очень простейшие примеры. 1 марта на бесплатном вебкасте по языку DAX мы будем детально разбирать его синтаксис, учиться создавать вычисляемые столбцы, учиться создавать меры, посмотрим различные варианты применения этого языка для улучшения отчетов в плане предоставления полезной, понятной и удобной для анализа информации. Теперь несколько слов о мобильной версии Power BI. Как я говорила в начале вебкаста, мобильная версия Power BI доступна бесплатно для мобильных операционных систем Windows, Android и iOS. Скачивается и устанавливается на телефон или планшет из магазина. Функционал мобильной версии немного отличается от десктопной. Также есть некоторые различия в зависимости от операционной системы, используемой на мобильном устройстве. Различия представлены на экране.
Стоит отметить, что мобильная версия предназначена только для работы с готовыми отчетами и дашбордами. То есть в ней нельзя создавать и нельзя редактировать отчеты и панели мониторинга. Но зато в мобильной версии Power BI доступен ряд функций, которых нет в десктопном приложении и в сервисах. Давайте разберем по порядку. Работа с отчетами и панелями мониторинга. Все отчеты, опубликованные в Power BI Services или созданы непосредственно в Power BI Services, к которым у вас есть доступ, доступны и в мобильном приложении. При создании отчетов стоит продумать, будут ли пользователи просматривать их на мобильном устройстве. Если да, то имеет смысл спроектировать представление каждой страницы отчета для мобильного телефона. Это необходимо для лучшего отображения данных, для удобства пользователя. Например, если у вас есть большая визуализация, она просто может быть нечитаема на экране мобильного телефона без дополнительной адаптации. Кроме того, отчеты, не адаптированные для мобильных устройств, открываются в горизонтальном расположении. То есть пользователю необходимо будет перевернуть свой мобильный телефон на 90 градусов, что не очень удобно и вызывает дополнительные действия. Если же отчет адаптирован для мобильной версии, он будет отображаться в вертикальном расположении, и пользователю будет удобнее с ним работать. Добавление в избранное – это стандартная функция, такая же, как и в сервисах, служит для более быстрого доступа к наиболее часто используемым отчетам или дашбордам. В мобильной версии можно настраивать получение оповещений при достижении какого-либо значения показателя. Например, если вы мониторите температуру складского помещения, и вам важно, чтобы она не поднималась выше определенного уровня, вы можете настроить оповещение, что при достижении или превышении заданного значения система незамедлительно оповестит вас всплывающим сообщением. Добавление заметок – это очень удобная функция для предоставления обратной связи или вопросов коллегам. Можно прямо в режиме просмотра отчета добавить на него различные символы, смайлики, стрелки и так далее. Можно добавить текст, например, задать вопрос о причинах спада, обратить на что-то внимание и отправить эту страницу отчета с вашими заметками коллеге. Power BI автоматически сделает картинку из страницы отчета и ваших заметок. В мобильном приложении можно сканировать QR-код плитки или отчета. QR-код создается в Power BI Services, и вы можете его встраивать в печатные отчеты или в другие материалы. При этом плитка будет отражена в режиме дополненной реальности. Такой функционал можно использовать не только для распространения информации, но также, например, в геймификации, в каких-то других активностях. Виртуальный аналитик – полезная функция для анализа просматриваемого отчета. Суть ее в том, что можно задать интересующий вас вопрос о показателях отчета, и система предложит несколько вариантов так называемых инсайтов, различных ответов на заданный вопрос. И еще одна полезная функция, доступная только в мобильной версии, это фильтрация отчета по местоположению. Важный момент. Чтобы такая фильтрация работала на мобильном устройстве, на нем должна быть включена геолокация. Функция называется «Геофильтр» в контекстном меню мобильного приложения Power BI. И с ее помощью можно отфильтровать отчет по объектам, которые находятся вблизи местонахождения пользователя. Например, при выборе области будут показаны только те объекты, которые находятся в этой области, то есть в этом регионе. При выборе города, соответственно, будут показаны только те объекты, которые находятся непосредственно в этом городе. Регион для выбора определяется автоматически на основании геоположения телефона, поэтому включение геолокации на телефоне является обязательным условием. Также здесь отмечу, что при создании такого отчета крайне важно правильно категоризировать геоданные объектов. Сегодня мы смотрели, как это делать, соответственно, для данного отчета это крайне важно. Неправильная категоризация геоданных может стать причиной неправильного отображения отчета на мобильном устройстве или попросту неработоспособности данной функции.